Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Прием КФУ 2016». И сегодня у нас в гостях директор Института физики Никитин Сергей Иванович. Здравствуйте, Сергей Иванович. Здравствуйте. Расскажите нам, почему Институт физики такой популярный? Ну, наверное, трудно сразу так сказать безапелляционно, что самый популярный, да? Ну, Институт физики – это достаточно, так сказать, давно развитое наше подразделение нашего университета, которое не так сильно видоизменилось за последние годы. Мы сочетаем классическое физическое образование, то, которое хорошо известно и в нашей стране, и за рубежом, и мы сочетаем его с инженерным образованием. А самое главное – это, наверное, наши достижения. То есть, если говорить по этому году, то благодаря работам сотрудников нашего института, благодаря вкладу наших аспирантов, магистров и бакалавров, мы в рейтинге QS заняли место около 350-го, и это заслуга всех наших как студентов, так и сотрудников. Но вообще мы стараемся работать. Это, наверное, самое главное, что нас, так сказать, принципиально отличает. Если вы будете идти мимо нашего института после 9 вечера, окна горят. Говорят, что конкурс на него очень сложный. Это так? Ну, наверное, правильнее сказать так, значит, что конкурс не совсем такой вот уж бешеный, да, если сравнивать, ну, например, там с МФТИ или с МГУ. Я имею в виду физфак МГУ. А поступить, наверное, немножко проще, чем учиться. Значит, конкурс у нас есть достаточно, так сказать, такой заметный, но он поменьше, чем в то время, когда, например, я учился. И это, прежде всего, связано с тем, что несколько изменилось представление о тех специальностях, которые наиболее популярны на последние годы, ну, скажем так, за последние там 20-25 лет, но в настоящий момент инженерные специальности и естественно-научные специальности, они становятся тоже привлекательными. Тогда как обстоит дело с бюджетом? У нас появились новые специальности. Значит, в этом году мы аккредитовали специальность биотехнические системы и технологии, и в этом году мы имеем первый раз бюджетные места. До этого бюджетные места были только контрактные. Всего 11 мест. Очень популярная специальность в настоящее время – это космическая геодезия. У нас тоже в этом году число бюджетных мест сокращено с 30 до 20. Значит, с другой стороны, расширено число бюджетных мест до 30 по специальности нанотехнология и микросистемная техника. Появляются, вот в этом году мы делаем набор по такому новому, относительно для нас новому, значит, направление образования – это программная инженерия. Значит, такое направление есть в этом году в институте и в ИТИСе. Но там это программная инженерия с точки зрения программы, а у нас с точки зрения, ну, скажем так, железа, с точки зрения того, как программировать непосредственно уже микросхемы и все остальное, чтобы без этого, без понимания физики того, как они сделаны, это практически реально сложно. То есть у нас, мы разделяемся, они работают с точки зрения программы, мы с точки зрения железа. И поэтому наши студенты достаточно востребованы. Ну, а если говорить в целом, то, наверное, вот это, у нас есть еще одно достоинство, которое мы, в общем-то, ценим и стараемся сохранить. В свое время у нас были только классические специальности, это физика и радиофизика. Те, которые предполагали чисто фундаментальное образование. А самое главное, что практически все инженерные специальности, которые мы сейчас имеем, по математической и физической подготовке, они эквивалентны классическому физическому образованию. То есть это значит, что наши выпускники, если они, так сказать, будут иметь желание, они могут работать не только по каким-то чисто инженерным специальностям, а могут и, так сказать, заниматься наукой. И студентов это очень сильно привлекает. И одновременно это дает возможность работать за рубежом, учиться за рубежом, получать второе образование за рубежом. То есть у нас это тоже как бы достаточно развитые компоненты нашего института. То есть наши студенты получают второе образование. Как, так сказать, у нас есть аспирантская программа с Японией, с институтом Рикен, где наши аспиранты проходят обучение, защищают степень PhD в Японии и степень кандидата наук у нас, значит, уже у нас в институте. У нас есть программа с институтом, с инженерным институтом, университетом города Лиман, название университета Исманс.
То есть там наши выпускники получают степень инженера Франции, а здесь получают степень магистра физики. Ну, стандартно магистра физики. А у вас есть какие-нибудь пожелания будущим абитуриентам и выпускникам института? Ну, наверное, давайте начнем с выпускников. Значит, первое, что бы я пожелал выпускникам, это то, что вот ту дружбу, которую они завели в студенческие годы, они никогда не теряли. Второе, что я им пожелаю, значит, это, естественно, реализоваться. Значит, для того, чтобы реализоваться, надо, неважно, жить не только, как бы, получать достойную зарплату. Важно, так сказать, иметь интерес к работе. А также хотел бы, ну, самое главное, пожелать того, чтобы они то умение работать, которое мы им прививали в течение вот этого всего срока обучения, они его не растеряли. А если они его не растеряли, если у них есть здоровье, то у них все получится. Поэтому, конечно, удачи. Спасибо, Сергей Иванович, за столь актуальную информацию. Действительно хочется верить, что к вам поступят самые талантливые, самые умные абитуриенты. Дорогие друзья, вспомните выражение «выше головы не прыгнешь». Так вот, это заблуждение. Ведь став студентом Института физики Казанского федерального, вам будет под силу и не такое. До новых встреч в КФУ.